не спится этой дивной ночью. Оскар, это вы? Я вас даже не заметила. Куда же вы собрались? Я хотела чашку чая. В таком виде? И так поздно? Опять в Париж? Ох, вы угадали. Мое сердце так тоскует. Отпусти же меня. Нет. Во-первых, вы должны думать о народе. Во-вторых, вы можете опозорить честь короны. В-третьих, вы сильно рискуете своей жизнью. Пожалуйста, вернитесь в свою комнату. А вот неправда. Я за себя постоять могу. А это легко проверить. Защищайтесь, ваше величество. И все-таки оружие не для леди. Ну да, это так. Ну вы же придете ко мне на помощь, если я попаду в беду. Конечно, я поклялся своей шпагой и честью семьи. Я буду защищать вас, даже ценой собственной жизни. И знак моей благодарности, примите это. Это был июнь 1783-го. И тогда они были уверены, что смогут сдержать обещания, данные друг другу. Но 14 июля 1789-го это стало невозможным.